Выставы, презентации, концерты, у фойе и коридорах шумные и веселые студенты. Сегодня в Белорусском гандлево-экономичном университете споживецкой кооперации стартовал юбилейный 10-й международный чемпионат «Молодь и предпринимательство». Наши корреспонденты так само оказались у лику гостей мероприемства. Каб поудельничать у молодежном чемпионате, команда с Чебоксаров переодолела свыше 1300 километров. Серед удельников это самые далекие гости. А кроме, литерально кажучи, бесконцага позитиву от атмосферы мероприемства, и они поспешались сдивить журы и всех наведывальников чемпионата своим проектом. Его у Чебоксарском университете реализуют полгода. Призначены для выпускников, которые планируют поступать у кооперативный институт. Для их открыли специальные курсы по кулинарным майстерстве. Удельники платят только за продукты, из которых они разом с наставниками готовят стравы. Так само учатся их пригоже оформлять, осваивать правила сервировки стола. Они все очень рады, мы поэтому сделали еще дополнительные курсы, которые называются «Суббота в кооперативном», потому что народу желающих очень много и мест не хватает на школе вкуса. У каждого удельника огонь у вачах, юнаство, энергия, прага до перемоги и упыльненность у своих силах. Атмосфера зачаровывала, это отчувал каждый. Я прошла по выставке, посмотрела, поговорила с молодыми людьми, от них тоже подпитываешься какими-то идеями. Они все такие молодые, красивые, оптимизмом заряжены, от них тоже заряжаешься оптимизмом. После знакомства с выставой, на которой был представлен опыт практичной реализации студентских проектов в молодежном предпринимательстве, прошло урочистое открытие чемпионату. Музычные номеры и слова поддержки от организаторов и членов жюри – все для доброго настроя и перемоги. Университет и Центр бизнес-образования на протяжении 15 лет занимается поддержкой молодежного предпринимательства, и в настоящее время в рамках государственной поддержки тоже мы являемся активным игроком на рынке экономики. Программа «Максимум чемпионату» – это дальнейшее увасабление огученных идей и представленных проектов на практике. Доведаться, что некто из удельников попередних чемпионатов открыл свою справу – это лепшая узнагорода. Очень важно то, что мы комплексно проводим эти мероприятия, и они позволяют на одной площадке встретиться ведущим ученым различных стран, ведущим преподавателям, которые как раз развивают бизнес-образование в наших странах, студентам наиболее активным, которые имеют способности к инновационной деятельности, и представителям бизнес-кругов различных стран. Это очень важно для того, чтобы не просто научить студентов реализовывать какие-то идеи, но и внедрять их в практику хозяйствования. За право стать лепшими завтра будут змагаться 14 команд с Беларуси, России и Украины. Мы поназираем за их выступлениями и обовязково познакомим телеглядачов с переможцами. Марина Джалая, Евгения Кухаронок, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».